Всем большой привет, меня зовут Настя, и вы на канале Toscana Bags. Сегодня выпуск про икон стиля. На этот раз разберем стиль Дита фон Тис. Дита фон Тис — это не просто артистка-бурлеска, а настоящий модный инфлюенсер с огромной аудиторией. Вообще Дита вдохновляется стилем 40-х годов, и в ее гардеробе очень много платьев-футляров и схожих по фасону вещей. Но тем не менее, есть и очень пикантные наряды. Ну и конечно, когда представляешь образ Диты фон Тис, первым на ум приходит именно грация и ровная осанка. Это, кстати, благодаря балету. С раннего детства она занималась этим видом танцев. Кстати, в подростковом возрасте Дита сначала работала в пиццерии, а с 15 лет в магазине женского нижнего белья. Этим и объясняется ее любовь к чулкам и корсетам. Ну, а от своей матери Дита унаследовала одну прописную истину. Будь женщиной, наслаждайся своей женственностью и, конечно же, сияй. Ну и теперь Дита фон Тис стала той, которую венчают королевой бурлеска. Кстати, любовь к нижнему белью еще с моментов работы в подростковом возрасте привела к созданию собственного бренда нижнего женского белья. Дита фон Тис выступает не только в роли главного лица, но еще и дизайнера. И именно в качестве дизайнера она заявляет, что черное кружево делает невообразимые вещи с женским телом. Следующая основа ее стиля, о которой я уже упоминала, это, конечно же, платья-футляры, причем обязательно длины миди. Это платья достаточно классические и достаточно строгие, но как же красиво они подчеркивают ее фигуру и придают женственность. Здесь нельзя не упомянуть про выбор аксессуаров для Диты фон Тис. Чаще всего она выбирает тонкие ремешки, которыми подчеркивает свою талию, или длинные перчатки, очень в духе 40-х. Ну а завершает образ, конечно же, туфли-лодочки с неповторимым шармом. Что еще является стилевой основой Диты? Черные и красные цвета, шнуровка, корсеты и вместе с этим цветочный принт. Именно мильфлёр она очень часто использует в своих повседневных образах. Цветочные мотивы – это очень в духе 40-х. Немножечко наивно, но в то же время очень нежно и изящно. Ну а когда перед королевой бурлеска стоит задача блеснуть во всей красе, она обращается к платьям в пол. Это такой стиль голливудской звезды, где обязательно присутствует обтягивающее платье длины макси. В пару к ним, конечно же, безупречный макияж и красивая прическа. А вот к бриллиантам Дита фон Тис относится весьма сдержанно и не часто их выбирает. Какие же сумки из ассортимента Toscana Bags подойдут Дите фон Тис? С ее стилем, конечно же, ассоциируется саквояжи. Выглядит очень винтажно и аутентично. У саквояжа интересная застежка. Она позволяет открывать его целиком и при этом держать форму. Внутри здесь единое просторное отделение, что делает эту сумку идеальной на каждый день и для небольших путешествий. На задней стенке есть кармашек на молнии. И спереди кармашек открытого типа, из кожи. Сзади есть кармашек быстрого доступа, чтобы не открывать саквояж каждый раз. И по бокам тоже кармашки на молнии. Саквояж выполнен из кожи в винтажном стиле с глянцевым эффектом. Внизу, кстати, есть ножки для устойчивости. Носим саквояж в руке или на запястье. И для удобства всегда можем воспользоваться длинным ремешком. Стоимость этой модели 16 180 рублей. Есть, кстати, и в других цветах. В качестве небольшой, но аккуратной сумочки на каждый день я выбрала вот такую модель, тоже в винтажном стиле. Эта сумка закрывается на клапан, здесь магнитная застежка. Внутри одно отделение и есть кармашек на задней стенке. Снаружи ничего лишнего. Конечно же, очень красиво носить сумку именно вот так, в руке. И всегда можно воспользоваться ремешком, который идет в комплекте, и надеть сумочку кроссбоди. Ремешок, кстати, регулируется. Стоимость этой модели 7580 рублей. Есть, кстати, еще и в оливковом цвете. Ну что, на сегодня у меня все. Сумочки для любого стиля вы можете найти в Toscana Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге на станции метро Гражданский проспект. Он работает по предварительной записи. Не забудьте записаться у менеджера или на сайте. Также есть магазин на станции метро Дыбенко. Работает ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. И, конечно же, наш сайт. На сайте есть весь каталог. Также вы можете записаться в шоурум. Кстати, заказы мы доставляем разными курьерскими службами. А по России при помощи Почты России доставка бесплатная для всех заказов, где есть сумка по полной стоимости. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Напишите, про кого сделать следующий обзор.